Активисты движения «Стоп Хам» сами превращаются не только в хамов, но и в хулиганов. Сотрудники рязанской полиции проводят проверку по факту инцидента, произошедшего накануне в лесопарке. В полицию обратился водитель с медицинской справкой о химическом ожоге лица. На кадрах любительской съемки видно, как группа молодых людей предъявляет претензии водителю за проезд по пешеходной зоне. Тот ведет себя сдержанно, он пытается уехать, но активисты бросаются за ним. На кадрах видно, как мужчина отталкивает стоп-хамовца, тот в ответ наносит сразу несколько ударов. Кто-то из толпы брызгает водителю в лицо из газового баллончика. Кстати, это видео в сеть выложили сами же рязанские стоп-хамовцы. В отношении водителя полицейские составили протокол по факту нарушения правил дорожного движения. Действиям активистов тоже будет дана правовая оценка. Стоит отметить, что это уже далеко не первый инцидент, когда компания людей, которые якобы борются за соблюдение правил дорожного движения, наносят вред людям. Сотрудники рязанской полиции отметили, на месте мужчины с химическим ожогом лица могла быть беременная женщина. А если бы в автомобиле находились дети, пострадали бы и они. Полицейские напоминают представителям СтопХам и других подобных организаций о том, что их действия в случае выявления правонарушений и преступлений должны сводиться к устному замечанию нарушителю и обращению в полицию. Иначе может разгореться конфликт, угрожающий безопасности как самих активистов, так и окружающих людей.